Я вдруг всплыл. Помните Зою Космодемьяновскую? Вот ее пытали, а она молчала. Вот Боинг сбитый над Украиной – это нежелание пролить свет на эту историю. Ну, не, не хотят, потому что она очевидна, но из всей информации, которая была доступна, я не специалист в этой области, но из того, что было доступно, очевидно, что есть летчик, который сказал, что он, этот самолет был не в том месте, не в то время. Техник, который рассказывал о том, что он знает этого человека. Понимаете, если сейчас будем перечислять, это долго. То очевидно, что самолет был сбит с украинской стороны. Ну, очевидно. Но это не должно выйти наружу. Понимаете? Потому что это подрывает саму идею санкционного давления на Россию. Это разрушает миф о стране злодей. Поэтому об этом ничего не говорят.